Мясо нарезаем небольшими кубиками, сантиметров по 3. В моем случае это свиной ошеек. Здесь где-то больше кило мяса и рассчитано на 6 порций. На разогретую сковороду добавляю небольшое количество подсолнечного масла. И на большом огне обжариваем до румяной корочки 5-6 минут. Две луковицы размером побольше разрезаю на четверть кольца. И также обжариваем на небольшом количестве подсолнечного масла до румяной корочки. То есть несколько минут. Несколько моркови нарезаем полукольцами. И кубиками нарезаем картошку. И пропорционально раскладываем по горшечках мясо. Далее выкладываем небольшое количество лука. Лук будем выкладывать в 2 раза. По небольшому листику бросаем лаврушки. Сверху закладываем небольшим количеством картошки. Бросаем по одному зубцу чеснока. В каждый горщик добавляем по пол чайной ложки соли. Бросаем по несколько горошин. Кладем по кусочку сливочного масла. По пол чайной ложечки паприки сладкой. По пол чайной ложечки кориандра молотого. И по пол чайной ложечки тимьяна сушеного. Сверху добавляем морковь. Наверх выкладываем по ложке отварной фасоли, можно консервированной. Также добавляем по 1 столовой ложке консервированного горошка. И сверху закладываем оставшийся лучком. Аккуратно протряхиваем. И в каждый горшочек доливаем воды так, чтобы покрылись наши все ингредиенты. Накрываем крышками. Отправляем в духовку. Выставляем на 180 градусов и готовим 1 час. По истечении времени достаем аккуратно из духовки, так как очень горячие. Открываем крышечки. Аккуратно переворачиваем на тарелку. Сверху приукрашиваем зеленью или лучком. И в таком виде, либо в горшечках, подаем к столу. А всем, кому понравилось приготовление жаркого в горшочках, лайкайте, жмите на палец вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. Как всегда, с вами был Мишаня. Всем приятных просмотров, приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока.